Здравствуйте всем! О-о-о. Это кто это? Это что за страх тут? Всех облаял уже, сразу же пришел. Так, пошел. Слух по диагоналкам. О, вот так вот развешивается подвеска на суфе. Суф Hilux. Сейчас чуть-чуть назад откатится и будет пробовать еще раз. Так, что-то он уже не захотел ничего пробовать. Таунфилдер стоит тоже на изготове. Карибас. Здесь он Прадик, который в песочнице был не раз. Сузука. Коротыш и Скудик. Но более-менее свежий. Так, сейчас еще ходиком пойдет Суфяра. Зацеп хороший, идет. Пока все нормально. О, колесо-то как раскрутилось. Чётенько. Ну вот тут диагоналит, конечно, у машины не хватает блока. Если бы сзади бы тоже бы колесо погребло. О, все. Отлично. Закатился. Ох ты, вот тут чуть-чуть только не хватило. Но там чуть дальше сейчас должен заехать. Так, сейчас еще с этого места с разгончиком. Так, и все, и на базе. Вот здесь и на Ниве мы тоже катаемся. Так, поехал Андрюха Балаганский на Карибе Белый Черепах. Сейчас он покажет всем, как нужно делать. Видос у меня был, кстати, с Карибом. О, красавец. Пока он вообще что-то даже... Я вообще в шоке, а! Кариб вообще проехал, будто бы вообще тут по лайту по какому-то. Это Кариб? Вообще спокойно, ходиком. Так, поехал Искудик, Коротыш. Я опять нифига не на Ниве. Только с работы, с поездки тут Димку Беспечного увидел. Говорят, пацаны-то наши уже вовсю катаются. Так, ну все. Идеально. С блоками. Все как надо. Ну-ка, блин, напугал. Дурак. Так. Прадик поехал на безупречное место. Прикольное. Так, вот оно такое вот здесь место. Интересно. Прикольное. И тут самая главная опасность — это вот это вот дерево. Оно постоянно мешает. Так, смотрим, что тут вообще происходит. Вот такая вот высота.
друзья, товарищи, тут с ума сойти можно. О, красава. Вот здесь, напомню, отвалился у меня редуктор тоже при скачке. Кстати, в тот раз тиранчик же заехал. Но я вот говорю, вот тут вот сейчас вообще все это опасно очень. Вот это вот дерево никто так спилить не может, ну потому что нельзя. Гринписовцы запрещают это все дело. И снежок свеженький еще прошел, как бы хорошо. Дрюха тоже снимает его все. Вот он, обладатель. Помаши чуть ручки. Андрюха. Андрей. Все, погнали. Вот тут поймать момент-то вот этот еще сложно. Где и газ отпустить. Как же это все страшно выглядит. Даже здесь, на камеру. Не то, что вживую. Так, ну а туда-то вставать-то может его занести нафиг. На ту сторону. Так, пошел еще. Да, круть. Ну вот практически заскочил, чуть-чуть совсем не хватает для вот этого дела. Я что-то тогда с ним натренировался, у меня руки уже подпривыкли более-менее. О, зеркало. Зеркало ушло в другую сторону. Вот не так страшно, как могло бы быть. Так, погнали. Опа! Ну вот здесь вот он встает. Вот для примера, какая тут высота. О. Тут можно на сноуборде кататься. Давай я на лестнице. Так, газку побольше. Во-во-во-во-во-во-во-во! Победа! Тут главное найти вот этот вот момент еще, чтобы запрыгнуть. Но для примера я не знаю, как вот вам объяснить, что это такое. Это вот что-то типа такого. Так, пробует. Гранд Витара или Скудик. Коротыш пока без сильного газа. Оп. Да. Ну вот это место ужасное. Прямо колеса сделали. Прямо. Я просто стащил. Вот. Вот в этом месте у меня также все приключилось на Неве. Попробовал. Это все Андрюха. Андрюха, я сюда подпрыгнул, и редуктор отвалился вообще нафиг у меня. Сразу же.